еще так обрадовался. Думаю, как хорошо. Так, вот у меня возвращается конг мой, а ему навстречу идут войска с дирижабля. Ну что? Что непонятно. Где они на местности расположены? Вот я переключаю. Дирижабль, краб. Дирижабль-краб. Они что, друг другу навстречу идут или не идут? Как тут ориентироваться на этой карте? А, вот они встретились. Понятно. Ясно. Примерно понятно. Стойкости накопилось на одно ограбление. Так, пшеничку. Или еще пшеничку купим. Полчаса до окончания сбора хрусталя. Ну что, дождемся результатов
карту у нас покажет сейчас дирижабль. Может, это он, крабов второго уровня, побеждает. Ну? Точно, это дирижабль побеждает. Или они, когда кто? Кто когда? Четыре секунды на лечение. Так, Кунг у нас вернулся железный. Вернулся. Так, будем искать. А давайте жуткий краб. Атакуем его Конгом. Первый. А соответственно второй дирижаблем будем убивать. Тут все полечены. Есть через 20 минут. Хрустальный сбор закончится. Этот пока вернется, а этот пока доберется.
хорошо, я еще раз могу натравить дирижабль на второго. На второго краба. Может, поближе найду? Краб номер два. Сейчас поищем. Так, вот пять. Семь. Пять. Четыре. О, один. Так, сейчас мы тут это закладочку сделаем. Вот есть, вот еще одну закладочку можно. О, тут вообще есть. Так, еще закладочку. Создать. И вот мы сейчас сюда отправим дирижабль. Второй жуткий краб. Так, эти крабы, они по 70 весят. То есть еще двоих можно победить. Но опять же, это время. Время. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. О, добрался-таки дирижабль. Блин, поражение в битве. Ну и вот, от чего и зависит. А хрен его знает. Ну, получается, что жуткие крабы один. Они, наверное, и дирижаблем побеждены будут. И Конан. Конг добирается
до первого краба. Ну, победа. А теперь еще будет домой чапать. Почти 7 минут. Давайте дирижабля отправим. Это тут же гораздо ближе. Так, 50 минут. Это можно вот это исследование закончить. Так, хорошо. Так, глядишь. Так. Секунд. Тут без ускорения, оно и так сейчас закончится. Так, начать исследование. Восстановление стойкости. А ну-ка, это очень важное умение. Но изучать его тут целые почти сутки. Черт побери.
что мы еще можем сделать? Вот у нас возвращается Конг. И у нас опять для двоих крабов номер один, который есть стойкости, хватает. И эти крабы недалеко от моего поместья. Так, вот возвращается Конг. Сейчас мы его вот на этого краба натравим. Давай. Все. Стойкость поубавилась. Вот тоже какой-то есть первый жуткий краб. Победа в битве. Тут непонятно, по какому алгоритму все это происходит, битвы. О, тут у нас свитки имеются.
И тут мы какой-то капюшончик можем быстро создать. Но для него еще надо... Еще надо вот этого... дохерена металла. Да. Еще раз повторюсь, походу здесь, если задение, то наверняка все гораздо быстрее. Возвращается. Стойкости нету уже практически. Ну, тогда делаем так. Подводим официально итоги сегодняшнего дня. Так, подводим итоги. Ну, в принципе, конечно, мы тут продвинулись в общем прогрессе. Но надо сказать, что не очень. Ого! Тут вот эту темень можно обследовать. При уровне цитадели 31. А это что такое? Это я тронул запретную тему 30 цитадели. Это ого. Ладно. Смотрим драконы. Чтобы их открыть, тут надо, чтобы железный конг достиг. Ой-ой-ой-ой. И дирижабль еще должен. Да.
тут еще играть. Переиграть до конца года. Так, ну зато тут закончилось. Я так думаю, что мы сейчас вот эти ускорения возьмем, потом отправим отряд на разработку штолен, вернемся в поместье, так, кристаллы собраны, это я и так вижу. Вот у нас есть 8 часов 20 минут ускорений. Вот мы его сейчас вот сюда хлопнем, автоускорение. Целых 11 часов будет происходить изучение восстановления стойкости. Ну, насколько она быстрее восстанавливаться будет после обучения, кто его знает. Но теперь у нас задачи такие. А задачи такие. Пройти полностью все в Академии 26 уровня. Или какой это? 25-й? Это 25-й, да? Да. Потом подняться до 26 уровня, опять все пройти. В общем, дело ни одного, наверное, еще ни одной недели. Ну, а на сегодня, похоже, миссия выполнена. Ладно, встретимся. По мере моего продвижения. Когда будут какие-то успехи. Ну вот напоследок сейчас еще ограбим. Один раз подтвердим. Выкупим еще пшеницу до конца. Так, все. До следующих встреч. А, нет. Блин, пардон. Мне ж надо запустить, чтоб запустить за обсидианом еще парочку войск. Вот так занять. А вот теперь уже можно и уходить. Приятно было пообщаться.
До скорых встреч!